котируется довольно высоко. Уже на 5-й минуте этого матча Бородюк отправил первый мяч в ворота соперника. Он воспользовался тем, что Корнеев прекрасно почти от центрального круга прошел к воротам. Метров попал в голкипера мексиканской сборной. Вот этот 11-метровый, мне кажется, несколько сомнительным. Он был назначен в ворота российской команды, и Гарсия Аспе на 26-й минуте переиграл нашего вратаря Заура Хапова. А вообще отзывы об игре сборной России самые лестные. Это несмотря на то, что, по сути, команда так и не смела пройти акклиматизацию. Это Радченко врывается в штрафную и точно бьет почти в верхний угол. 2-1. Физически лучше были готовы. Наши перехватывали середину, включить. Отлично! Вот это же лично. Кирилл. Хорошо, забивай. Кто пас ему дал? Сборной, и тренер мексиканцев, конечно, не ожидал такого поворота событий. Во втором тайме Бородюк еще один раз убежал от защитников и провел четвертый мяч. Удивительно, что Бородюк имеет такую скорость. Обратите внимание, фора, наверное, 4-5 метров, и тем не менее защитники не успевают за нашим нападающим. Убедительная победа российской сборной.